Но тут большая разница, и там, что пишут или говорят ФСБ, не имеет значения. В Америке можно пальцем указать, во, вот он шпион, вот я его знаю. И что? Ничего не будет. А где доказательства? Конечно. И, кстати, одного из таких крупных советских шпионов я однажды встретил. В официальной обстановке здесь, в Вашингтоне, я имею в Вашингтоне. Он бывший наш очень хороший источник. И я его встречал еще, когда он, ну, мы организовали поездку мою в третью страну, где он работал. Ну, потом, в конце концов, он приехал сюда, ушел на пенсию, все в порядке, все жив-здоров. И вот, значит, меня приглашают на прием, и вдруг я вижу этого человека. А я его встречал. Он просто оцепенел, увидев меня, тем более в кругу своих коллег. Да. Ну, вот, он такая была, ну, хорошие люди из госаппарата американских, все надежды. Он меня оцепенел, а я так, ну, наоборот, подошел к нему, как ко всем другим, пожал руку, здравствуйте, ему говорю, ну, не беспокойтесь, все в порядке. Ну, пошел дальше. Как дела? Как дела? Вот так. Этот человек, потому что, я говорю, чем отличается американская система, здесь можно пальцем указать на кого угодно. Это ничего не значит. Нужны реальные доказательства, которые в суде рассмотрят. Так что в России менталитет остался такой же старый, советский. Так что Сталин был бы горд за них.